На конкурс «Дети читают стихи». Здравствуйте, меня зовут Максим. Я ученик 10 класса МБУ СОШ номер 6. Сегодня я хочу прочитать монолог Чацкого из произведения «Горе от ума» Александра Грибоедова. Я выбрал этот монолог, потому что Чацкий мне близок по характеру. И неважно, в каком бы он веке жил, в 18, 19 или сейчас в 21, при встрече мы бы с ним нашли общий язык. Не образумлюсь. Виноват. И думаю, не понимаю, как будто все еще мне объяснить хотят. Растерян мыслями. Чего-то ожидаю. Слепец. Я в ком искал награду всех трудов. Спешил, летел, дрожал. Вот счастье, думал, близко. Пред кем я давеча так страстно и так низко, бы расточитель нежных слов. А вы, о боже мой, кого себе избрали? Когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня надеждой завлекали? Зачем мне сразу не сказали, что все прошедшее вы обратили в смерть? Чтоб память даже вам постыла тех чувств в обеих нас движение сердца тех, которое во мне ни даль не охладило, ни развлечение, ни перемена мест. Дышал, ими жил, был занят беспрерывно. Сказали бы, что вам внезапный мой приезд, мой вид, мои слова, поступки, все противно. Я с вами тотчас бы сношение пресек, и перед тем, как навсегда расстаться, не стал бы очень добираться, кто этот вам любезный человек. Вы помиритесь с ним по размышлениям зрелым. Себя круши, и для чего? Подумайте, всегда вы можете его беречь и пеленать, и спосылать за делом. Муж-мальчик, муж-слуга, из жененных пажей, высокий идеал московских всех мужей. Довольно, с вами я горжусь своим разрывом. А вы, сударь-отец, вы страстные к чинам, желаю вам дремать в неведении счастливым. Я сватанием моим не угрожаю вам. Другой найдется благонравный, низкопоклонник и делец, достоинствами, наконец, он будущему тестю равный. Так, отрезвился я сполна, мечтание с глаз долой, и спала пелена. Теперь не худо было б сряду на дочь и на отца, и на любовника-глупца, и на весь мир излить всю желчь и всю досаду. С кем был? Куда меня закинула судьба? Все гонят, все клянут, мучители и толпа. В любви предателей, в рождении утомимых, рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простяков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками вздором. Безумным вы меня прославили всем хором. Вы правы, из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Вон из Москвы! Сюда я больше не издок, бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету!